Алтай и Дон географически далеко, а в остальном очень близки. И проявляется это в самых разных областях общественной жизни. Для документального закрепления успешного взаимодействия правительства Ростовской области и Алтайского края подписали план мер по развитию сотрудничества регионов. Сегодня очень сильное взаимодействие происходит с нашими сельхозпроизводителями. Это прежде всего Россельмаш, с которым уже исторически сложилась работа у производителей Алтайского края, которые закупают технику уборочную. Подписанный план будет действовать в 2018-2022 годах и предполагает 12 сфер сотрудничества. Помимо сельского хозяйства, это экономика и промышленность, предпринимательство и строительство, а также медицина, образование, спорт и культура.